Сегодня уже началось распределение гуманитарных лекарств по всем карельским городам и весям. Медикаменты получены в результате российско-финляндской программы, которая была разработана в 1992 году. Это был милосердный ответ правительства Финляндии на запрос наших властей о лечебной помощи Карелии и Мурманской области. Целевые деньги финские власти перечисляют своему Красному Кресту, а уж последний направляет их к нам. Это уже не первая подобная помощь. Но если ранее заграничные филантропы медикаменты поставляли напрямую в Россию, то теперь, наученные горьким опытом прохождения сложных процедур на российской таможне и в Минздраве, просто перечисляют деньги внутрь страны на закупку необходимых лекарств здесь же, на российских фармацевтических заводах. Мы, Карельский Красный Крест, напрямую с заводом не работаем. Проводился конкурс на поставку лекарств, и этот конкурс выиграл государственное предприятие «Карелфарм», которое на рынке очень долгое время Республики Карелия, и они сотрудничают, насколько нам известно, практически со всеми отечественными производителями. Дав деньги, а их по всей программе на Карелию 79 тысяч долларов, сотрудники Финляндского Красного Креста, разумеется, отслеживают дальнейший процесс приобретения медикаментов, их транспортировки и распределения. Таким образом, до конечного получателя, то есть до карельских больниц, дойдут и шприцы, и средства гигиены, и анальгетики, и препараты для проведения операций, и сердечные лекарства. Всего более 100 наименований. Набор комплектовался по опросам больниц и по наиболее часто встречающимся просьбам в списках.